they knew that they have any proofs, any evidence against me. That's why they tortured me. They put a bag on my head, trying to suffocate me, beat me again and again. My life was finished totally. I was in a prison in like four walls. I understood in the time that I will spend about 20 years in such conditions. It means that it's end of my life. Олега Сенцова незаконно утримують в Росії, а Москва не реагує на міжнародні заклики і петиції. Ни один человек ни в чем не виновен. Этих людей просто так кинули в тюрьмы, чтобы показать всем остальным, что если вы поднимете голову, если вы начнете бороться, мы вас тоже посадим в тюрьмы. Когда на суде запитывают гражданство, мне очень приятно сказать гражданин Украины. Україна, Енергодар, до зустрічі. Сподіваюсь, це колись відбудеться. Ще раз усім дякую, усіх кохаю. Слава Україні, слава народу України!